Хлебобулочные изделия, молочные продукты, а также сумки и аксессуары. Все это можно приобрести в магазине «Социальная деревня Манас». В нем наряду с обычными работают люди с ограниченными возможностями здоровья. Все изделия ручной работы. Здесь вы можете приобрести красивый подарок близкому человеку и одновременно помочь тем, кто испытывает проблемы со здоровьем. Ассортимент богатый. Мягкие игрушки, плетеные корзины, картины, вышитые на полотне и другие. Открылся у нас магазин, и надеемся, теперь нам будут приходить клиенты, и будет все это продаваться, будут приходить к нам люди. Работники магазина из социальной деревни Манас, где все жители имеют ограниченные возможности здоровья. Большинство ребят приехали туда из детских домов. В деревне им удалось не только найти друзей и новую семью, но и работу. Инициатором открытия социального магазина стала Гульбарчын Такырбашева. Она же и учредитель социальной деревни. Много лет назад женщина потеряла зрение. И поняв, насколько может быть тяжело людям с ограниченными возможностями здоровья, она решила помогать им. Наш опыт, это первый опыт в Кыргызстане. Мы эту модель взяли в Европе, в Германии. И это самый инновационный путь социализации людей с инвалидностью, сопровождаемое проживание, сопровождаемое трудоустройство и социальная занятость. Вот тем мы занимаемся на этот момент. Вся продукция в магазине экологически чистая и отвечает стандартам качества. Диагнозы этих людей не делают их менее эффективными. Люди с ограниченными возможностями здоровья, наоборот, более трудолюбивы, усидчивы, ответственны и исполнительны. В выполнении работы они ничем не отличаются от типичных людей. Желание работать вызвано не только стремлением к материальному благополучию, но и необходимостью социальной реабилитации. Люди стремятся использовать свои способности и умения, чтобы реализоваться в обществе. Хотят находиться в коллективе, а не сидеть дома. В будущем планируется открыть социальные магазины во всех регионах страны. Социальная деревня Манас, она уже настолько уже выросла качественно, что сегодня они не только там помогают своим пациентам, сегодня они там уже и производят. Вот. У них уже есть и ферма, уже есть свое хозяйство. И вот сегодня они здесь открывают магазин для продажи своей продукции. Поэтому я бы призвал наших горожан приезжать сюда, именно в этот магазин, покупать именно здесь эту продукцию, потому что эта продукция экологически чистая, она отвечает всем стандартам. Сейчас в Кыргызстане проживает более 200 тысяч людей с инвалидностью. В последние годы социальной поддержке инвалидов и семей с детьми-инвалидами государство уделяет все больше внимания. Так, указом президента Садыра Жапарова пособия для людей с ОВЗ были увеличены от 50 до 200%. Сымбат Алмазова, Вячеслав Кравченко, 5-й канал.